Xbox 360 ревизия Jasper. Вот так выглядит. Еще ни разу не разбиралась. Это я буду первый, кто ее открывает. Уже все поснимал. В принципе, передняя панель тут очень легко разбирается, отщелкивается. Просто берете вот так аккуратненько пластиковым, таким, чтобы был мягче материал, чем этот пластик. Таким каким-то мягким. И вот так чик-чик-чик-чик-чик-чик аккуратненько и снимается полностью панель передняя. Потом сзади, как открыть заднюю часть. Сейчас я вам покажу. Сначала по боковой части. Так, боковая. Видим вот эти вот штучки. Оно тут вот так вставлено. Видите? И вот здесь в дырочке просто вставляем обычную зубочистку. Так, щелк. Потом второй. Так, сейчас. Вот здесь дырочки. Обычную зубочистку. Нажимаем здесь. Вот эта вот штучка отталкивается. Где она? Вот смотри. Вот тут. Нажимаем. Она чуть-чуть отодвигается в бок. Мы аккуратненько достаем. Потом посередине. Точно так же. Нажимаем. Она выдвигается. Достаем. И эту. Нажимаем, отодвигается, достаем. Потихонечку их поотжимали, подоставали, чуть-чуть поприподнимали с одной стороны. Разворачиваем приставку точно так же с другой стороны. В общем, их тут 6 штучек. Они вот зацеплены. Сейчас покажу. Вот за эти части, видите? То есть мы когда их с этой стороны обычной зубочисткой отталкиваем, они слетают с этого ёршика и достаются. Один, вот два, видим, вот три. И с этой стороны тоже один, два, три. Заднюю часть, как мы расцепляем? Точно так же. Обычная зубочистка. Вот. Вот тут, видите, вот эти пазики. Мы на зубочистку, вот дырочка, нажимаем на них, чтобы они вниз опустились. И получается, что они опускаются. И вот здесь с этой стороны, с внутренней, сейчас покажу, слетают тоже с ёршика. Вот тут. Итак, раз, нажимаем сюда в дырочку. Раз, он расщелкнулся. Два, он расщелкнулся. Три, четыре, пять. Три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штучек. Просто вот здесь. Ага, стоп, было плохо видно. Так. Просто вот здесь вот эти дырочки нажимаем на вот эти штуки зубочисткой. И потом оно расщелкивается. Так, после чего, ну, сначала сняли две стороны, эту и эту. Видите, тут практически одинаково, видите? Спереди тут легче. Надо будет пломбу снять, которая как раз-таки здесь никогда не разбиралась. Такой негодяй я полез и неаккуратно таким варварским путем ее снял. Все, видите, тут защелочка тоже. И эти защелочки спереди вот так аккуратненько отсоединяем. Раз, два. Оп, и оно уже снимается. Так. Все. И вот мы сняли коробочку. В принципе, 20 лет приставка стояла еще в нормальном состоянии. Обалдеть. Jasper 2009. Не, ну 2009, если она года, то не 20, а 14 лет приставки. Ни разу не чистилась. Дальше что мы делаем? Откручиваем вот эти винты звездочкой. Если даже у вас звездочки нет. Так, вот они. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Если звездочки нету такой, тогда откручиваем обычной отверткой. Тоже, в принципе, можно открутить. Или ножом. Ну, короче говоря, что-то колхозим. Снял я эти болты. Сейчас буду ее переворачивать и снимать эту крышечку. Так. Одной рукой, конечно, неудобно. Тут, кстати, кнопка так
Интересно. Часто она бывает, что она ломается при съеме. Поэтому надо аккуратно сейчас. Смотрите, по поводу кнопки. Вот да, уже тут, видите, поломано. То ли я сделал, то ли было. Вот ее нужно вот так отсоединить тут и снять. Это не я делал, просто тут уже ковыряли ее, видите. Она как бы не открывала лоток, в принципе. Из-за этого сейчас я разбираю приставку. Вот. Пум. И все, снимаем эту кожух. И у нас тут уже доступ до лотка. Все. И тут уже сейчас все почистим. Снимем дисковод. Пум-пум. Так, тут пару болтиков. Его надо открутить будет. А вот, смотрите, еще вот эту штуку надо будет соединить. И все, и почистим дисковод, поменяем пружиночку, и будет работать нормально. Кстати, тут есть еще вот такие ёршики, их нужно позагибать, потому что они не дают выйти дисководу, видите? Их надо обратно загнуть. Тут дисковод подключается двумя проводами. Говорят, что их как-то можно перепутать. Я не знаю, каким образом это можно сделать. В общем, тут такой сокет, что он просто, ой, мне кажется, не перепутается никак. Видите, он односторонний. Как вы его перепутаете? А этот вообще другой абсолютно. Вот все. Ну и как это перепутать? Кстати, дисководы просто так не поменяешь. Их надо прошивать, перешивать, если меняете. Приставка без дисковода, в принципе, работает. Тинь. Нет дисковода. Вот дисковод. Сейчас я его подключу и посмотрим, как он работает, в принципе. Неудобно максимально. Придется родной кнопкой. Нажимаем кнопку. О, с диском нормально выезжает. А вот без диска. С диском ок. А так вообще не слушается. А без диска он вообще. Видите? Не хочет. И помогает только ему шлепок по затылку. Нажимаем. Только таким образом выезжает. И либо оставлять там диск. Тогда будет он, в принципе, работать. Чикс. С диском нормально выезжает. Сейчас. Видите? Вот такие пироги. Все. Мы выключаем. Будем ремонтировать.